В общем так, живу я в небольшом городе на севере Сибири. Где-то неделю назад случилось совершенно не странное для России событие. Из крана потекла слегка ржавая вода с легким металлическим запахом. Я человек брезгливый, сразу же выключил кран. А так как я жопоголик, плюс еще для сибиряков свойственно делать запасы на зиму, то у меня всегда стояли на балконе и в кладовке соленья разные, морсы, ну вы понимаете. В общем, я решил не наливать воду из-под крана в фильтр. И, видимо, это было правильным решением. На следующий день вода была такой же ржавой, а металлический запах стал более резким. Я человек чистоплотный, моюсь ежедневно, а тут уже второй день не могу принять душ. Собрался, пошел на работу, надеясь, что никто не почувствует запах пота, исходящий от меня. Что меня слегка озадачило, так это люди, которые слегка с раздражением и небольшим любопытством смотрели на меня боковым зрением. Оно и понятно, потный мужик не самый приятный сосед. На работе продолжились эти косые взгляды. Ко мне подошла коллега и предложила воды, просто воды. Протягивает мне стакан и смотрит с ожиданием чего-то. Поблагодарил, взял стакан, а там эта ржавая вода. Посмотрел коллеге вслед, а она повернулась и смотрела за моими действиями. Я улыбнулся, поставил стакан на стол и сказал, что пока не хочу пить, чуть позже. На ее лице появились ноты раздражения и отвращения сразу же. Вечером я зашел в маленький магазинчик и взял пару 5-литровых бутылок воды и еще кое-что по мелочи. На следующий день история повторилась. С утра я обтерся влажными салфетками и пошел на работу. Но на этот раз люди на улице смотрели пристальнее и с еще большей неприязнью, будто бы я ехал по бедным районам на Феррари. Самое интересное, что люди стали более молчаливыми, а их действия как будто бы более слаженные. Сначала я думал, что это моя паранойя, но потом понял, что я был прав. Когда я шел домой, то решил срезать между гаражей, где увидел пару бомжей, греющихся у маленького костра из мусора. Один из них попросил пару рублей на похмел. Ну, как не помочь страждущему-то? Сунул бомжу в руки полтинник. Бомж тут же схватил меня за руку. Я хотел ему было двинуть по наглой морде, но он сказал, мол, тише, разговор есть. В обычной ситуации я бы быстро освободился от хватки тощего бомжа. Но из-за событий нескольких дней стало даже интересно, что он хочет сказать. А он мне говорит: ты, мужик, воду не пей из-под крана, хреновая она какая-то. Васька, наш друган, который в подвале живет, постоянно пьет водопроводную воду. И уже несколько дней какой-то очень странный стал. Да ты и сам же видишь их, таких же, на улице. Мы уже с десяток людей просили подать, и знаешь, что они предлагают? Воды попить. С ума они, что ли, сошли? Мы тут с Дмитричем сидим, значит, пьем себе пиво. Они подходят, иногда даже сами предлагают воду. Сроду такого не было. Пару часов назад видел, как какая-то тетка силой заставила ребенка выпить этой воды. А я вижу, она ржавая. Но я ей крикнул, мол, дура, ты что делаешь? Она глянула так на меня. Мне аж страшно стало, ей-богу. Потом он остановился, задумался, почесал бороду и снова сказал: ты, мужик, не пей эту воду, странная она. Несколько дней назад я бы не стал слушать какого-то алканавта, но сейчас его слова звучали убедительно. Через день я увидел того бомжа, вернее, он меня заметил, пошел навстречу и предложил попить воды. Тогда я побежал домой, сейчас сижу на кухне и пишу это. Уже поздний вечер, у меня осталось где-то 2-3 литра воды, 4 банки с морсом. А что будет потом, я не знаю, потому что вчера я прошелся по нескольким магазинам и не нашел ни намека на воду, на простую или газированную. Пару минут назад кто-то стучал в дверь и предложил мне воды.
Мой вам совет, если вы увидите ржавую воду с резким запахом металла, не используйте ее ни в каких целях.